Привет, друзья! С вами снова Алена, и сегодня я готовлю лаваш с творогом. Это отличный вариант для тех, кто придерживается правильного питания. Разминаю хорошо ложкой творог, добавляю к нему измельченную зелень укропа, мелко нарезанный помидор, солю и все хорошо перемешиваю. Беру лист лаваша, смазываю сметаной, присыпаю натертым на крупной терке сыром, сверху накрываю вторым листом лаваша, смазываю сметаной и равномерно по всему листу распределяю творожную начинку. Аккуратно скручиваю рулет. Для удобства разрезаем рулет пополам. Смазываем яичным желтком и присыпаем кунжутом. Ставлю в духовку на 15 минут. Температура духовки у меня 180 градусов. Лаваш с творогом готов. Готовьте с удовольствием и подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного.